Босния и Герцеговина отмечают 25 лет Дейтонских соглашений, положивших конец гражданской войне, на фоне опасений возобновления этнического конфликта из-за националистической риторики лидеров общин. Бывшие враги осознают серьезность ситуации и предпринимают меры для предотвращения противостояния, проповедуя примирение и терпимость на всей территории федеративного государства и в первую очередь в школах. Будущее за молодыми людьми, говорит воевавшая в 90-х годах боснийка. Зачем возвращать молодежь в прошлое, если я пережила что-то плохое? Зачем мне подталкивать своего ребенка или любого другого ребенка к тому, чтобы и он через это прошел? А этот бывший сербский солдат считает, что людям нужно больше общаться, узнавать друг друга ближе. Мне бы хотелось, чтобы люди теснее сотрудничали, работали вместе. Я думаю, что люди без проблем могут вместе жить и работать, проводить свободное время, и доверие между ними будет только укрепляться. Так мы сможем все изменить. Изменить самих себя и изменить страну. Мирное соглашение было заключено лидерами Сербии, Боснии и Герцеговины и Хорватии 21 ноября 1995 года на американской военной базе в Дейтоне, штат Огайо. Четверть века спустя три члена президиума балканской страны еще раз подтвердили свою приверженность построению общества для всех народов и граждан, чтобы молодежь без опаски могла строить здесь свое будущее.